Всем привет, с вами компания «Ваша баня». И вот мы приехали на объект, который я вам показывал в прошлой серии, где мы переделывали, соответственно, баню из-за того, что в ней было достаточно холодно. Пойдемте, я вам это все покажу. Если смотрели прошлую серию, то в ней видно будет, или вот сейчас у вас на экране появилась ссылка, что мы сделали по наружной части. Здесь были у нас огромные щели. Здесь, ребята, получается, все проконопатили, очень много сюда ушло джута, прям на каждый ряд уходило примерно по полтора, то и по два, по две ленты самого джута. И здесь у хозяина были еще вот такие вот нащельнички, уголки, ребята сразу же забили их, чтобы птицы не выдергивали джут. Вот таким вот образом сейчас это выглядит. Закрыли венцы сруба, на которых у нас опять также были огромные щели, все щели проконопатили. Еще очень большая проблема была, что сруб был срублен достаточно кривовато, и была вероятность, что он может раскатиться. Мы сделали скобами, стянули его, вот здесь вот скобу видно. И вот с этой стороны, вот скоба, вот выше еще скоба. Утеплили чердачное помещение, чтобы тепло было, куда ему ходить. Александр, да? Вот у нас хозяин. Скажите, привет, пожалуйста, что делали, как делали ребята? Что именно? Ну, что по вашей бане, какая изначальная проблемка была по вашей бане? Проблема, да тут всю баню надо переделать, проблема такая была. Но конкретно про конопатели, да? Да, ну, да, да, про конопатели. Чтобы он не разваливался, собственно, скобами стянули. Тут видно, да? Скобами. Как это? Бревна. Угу. Вот. Ну и сделали крутую парилку. Пойдемте, покажете? Пойдемте, конечно. Так, свет тушит. Проходите. Белоснежная парилка. Заходите. Вот такая вот парилочка получилась. Хозяин говорит, что здесь даже теплее стало. Ой, светлее стало. Конечно. Было все темно-темно, грязное какое-то все. Ребята, получается, шлифанули это все, да? Да, ошлифовали полок, новая вагонка, нержавеечка там. Тут какая-то плитка была, которая вся поотваливалась вообще. Ну и видно, что утеплили, потому что вот этого ничего не было. Было все вагонкой прям на... Здесь изнутри, получается, сначала утеплили стены, да. Так как щели были большие. Вот в этом углу, я помню, бетоном было просто все закидано. Я этот угол, кстати, не видел. Вот было, там все было бетоном закидано. Утеплили базальтовым утеплителем, зашили вагонкой, да, утеплили потолки на 15 сантиметров, так и там тоже было ничего не утеплено. Как ребята работали? Ребята вообще мастера. Слушайте, хорошие? Ребята порадовали, да. Ну, во-первых, сделали много того, чего я даже не ожидал. То есть там отбелить старую липовую древесину. Ну, для меня это было очень здорово, неожиданно, приятно. Ну, спасибо. Вот. Еще, конечно, оперативность поражает. Обещали 2 недели, управили за 1. Ну, тоже супер. Отлично, вот. Отлично. В дальнейшем, конечно, в этой бане еще можно поработать. Есть еще что сделать. Там можно будет и поменять пол, и сделать приточную вытяжную вентиляцию. Не стали это сейчас делать, так как пол не демонтировали, а приточку нужно будет сделать там как раз в районе пола. Но я думаю, что весной дойдем до этой бани и сделаем ее уже полностью до конца. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!